Селекторное заседание штаба по подготовке к Кубку Конфедерации провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Он отметил, что у Сочи накоплен уже большой опыт в организации крупных турниров, и он будет полезен и на предстоящем Кубке, в том числе в вопросах транспортного обеспечения. Ограничений на федеральных трассах в этом году не будет. За 2018 год, понятно, что говорить пока рано, показательным будет 2017 год, но мы с вами отдаем отчет и реально понимаем, что локальные оперативные ограничения и перекрытия все равно придется вводить. Первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит подчеркнул, что информация о всех ограничениях будет предоставляться заранее, чтобы водители могли продумать пути объезда. В направлении Фишта определено 7 маршрутов общественного транспорта, на которых болельщики, волонтеры и клиентские группы смогут перемещаться бесплатно. Это 150 автобусов. Ну а для всех остальных пассажиров сохранится обычный режим оплаты. Будет усилена работа общественного транспорта в городе Сочи. И особенно в дни проведения матчей, а у нас их 4 матча в рамках Кубка Конфедерации и 6 матчей в рамках чемпионата мира по футболу. Чтобы именно в эти дни, ну, все-таки старались и наши жители в первую очередь, и гости, которых у нас будет много летом, передвигаться на общественном транспорте. Также уже известно, что в городе увеличат количество ласточек. Кроме того, на остановках появятся электронные табло, информирующие о времени прибытия транспорта, которые останутся в городе. И после соревнований временную разметку на дорогах и знаки начнут устанавливать на курорте уже в апреле.